Всем ассаламу алейкум, всех приветствую. Только что разговаривал с Хамилом Гаджиевым, набрал к нему без третьих лиц, поговорил с ним, мы пришли с этим человеком к общему. У нас никакого конфликта с этим человеком нету. Я ради Аллаха за свои сказанные слова в его сторону извинился, он эти извинения принял. Наш конфликт с ним исчерпан. Я думаю, вы в курсе, да, что Аллах опубликовал эту сторис, что он перед вами извинился. Вот хотел с чего начать. По своей ли инициативе набрал? Как вообще выглядел разговор? Как долго он длился? Да, абсолютно по своей инициативе. Скажем так, по зову души, да, и по обязанности мужчины. Как я это понимаю, и как я там с его слов это понял. Созвонился, поговорили и решили этот вопрос. Вот и все. То есть, так скажу вам, это же все касается тех нелицеприятных слов, я их повторять не хочу, и он не хочет, которые он сказал в мой адрес. И за эти слова он передо мной извинился, как там, как мужчина, как мусульманин. То, что мы друг другу там имели какие-то там претензии, вопросы, мы, может быть, навсегда при своем мнении в этом во всем останемся. И это не важно. Да, важно другое. Важно то, что если между нами были оскорбления, то там, Камиль в данном случае нашел в себе силы признать то, что это было сделано зря. Я этому рад, я его в этом поддерживаю. Все правильно. Так себя и должен мужчина вести в подобной ситуации. Друзья, в этой небольшой паузе хотим напомнить, что ставки на спорт лучше всего делать у наших партнеров из BetCity. У BetCity высокие коэффициенты, большой выбор спортивных событий и лучший бонус для новых игроков. Переходите по ссылке в закрепленном комментарии, регистрируйтесь и забирайте до 100 тысяч рублей. Помимо крутого бонуса, в мобильном приложении BetCity вас ждут тысячи спортивных трансляций. Все бегом в закрепленный комментарий. Вы говорили, что думали, что он не сделал этого. Можно сказать, что приятно были удивлены? Да, можно так сказать, на самом деле. Я действительно думал, что он так не сделает. И, ну, оценивая его, да, там, как блогера, или оценивая его ответственность перед аудиторией, я считал, что он этого не сделает. И поэтому, потому что, знаете, кто-то может там подумать, что там, его там третьи лица убедили, запугали, все что угодно, да, а это не так. Ну, и он себя же тоже определенному риску подвергает, да, что его там аудитория начнет его там пылесосить, ты там, ну, сами знаете, да. Поэтому, если я каким-то образом могу влиять на это, на его аудиторию, там, на вообще на аудиторию людей, которые за этим следили, я скажу, что это его искреннее намерение. Здесь ни при чем там, условно, там, последствия, которые могли наступить, там, как может кто-то подумать, там, испугался, кто-то скажет. Этого нет, это не имеет места, это все было сделано искренне от души. На самом деле я это прочувствовал. Это самое главное. Лахма вот сказал такую фразу, что вы пришли с ним к общему. А вот в данном случае общее – это что? То, что слова подобного рода недопустимы в общении между мужчинами. Те слова, которые он там когда-то произнес. Он за них извинился. Все, мы здесь пришли к общему. Все остальное мы даже не обсуждаем, честно. Мы и не стали даже на это время тратить, обсуждать это. То есть, получается, конфликт полностью исчерпан, можно сказать, и при встрече вы пожмете руки? Смотрите, основная причина конфликта как такового, да, это вот эти вот сказанные слова. Поэтому конфликт действительно можно считать исчерпан. Лахма, получается, помирился с Али, сейчас помирился с вами. Может ли быть такое, что и с Расулом Мирзаевым он помирится, как думаете? Мне сложно судить. С каждым из нас своя история, с каждым из нас своя там глубина проблемы,
с каждым из нас там был свой разговор. Ну, с Расулом еще не было. Я не знаю. Может быть, все что угодно, на самом деле. Если люди в состоянии найти общий язык, и кто-то к этому прилагает определенные усилия, как в нашем случае к этому усилие приложил он, то было бы здорово. Как думаете, всю эту вот тему 7-летней давности он будет продолжать еще развивать на, ну, на своих ресурсах? Я думаю, что нет. Я думаю, что нет. Я думаю, что... Я думаю, что эта тема вот в сегодняшнем виде, в информационном пространстве, она не должна развиваться, и он это понимает, Камиль. Ну, и все, наверное, это понимают, потому что последствия, как мы видим, не заставляют себя долго ждать, и они там сплошь негативные. Вот и все. То есть ни к чему хорошему это не приводит.